Двойная сковорода, гриль сегодня – главное предложение дня. И поверьте, это наш бестселлер. С этой сковородкой вы научитесь готовить так вкусно, что гости будут не уходить из вашего дома. У нас сегодня бестселлеры – это три цвета. Красный – бесподобный красивый рубин. Черный – настоящий черный бриллиант. И фиолетовый аметист на вашей кухне. Причем буквально за одну 20-минутную презентацию сковорода в черном цвете продается в количестве более 900 штук. Поверьте мне, вы успеете выбрать сегодня свой идеальный цвет, если дозвонитесь прямо сейчас. Ну и, конечно, особенную коллекцию сегодня представляет наш любимый эксперт, шеф-повар всея Руси Олег Сотников. Еленочка, привет! Редко, но метко приходит на кухню Елена Мироненко, которая будет сегодня пробовать, спрашивать кулинарные советы и расскажет о всех выгодах. Обязательно. Понеслась. Обожаю этот товар. Прежде всего, обожаю за многофункциональность. Я обожаю, что это полноценная духовка на плите. Вау. Мне нравится то, что уникальная конструкция из двух сковородок позволяет вам легко переворачивать готовые блюда. То есть вы жарите, при этом не пачкаете столешницы. Кстати, мне нравится то, что эта конструкция идеально размещается прямо на плите. Класс. Мне нравится то, что она полностью сделана из литого алюминия. Друзья мои, это уникальная конструкция, позволяет удержать температуру. Класс. Как делается литой алюминий, обязательно расскажем. Мне нравится то, что здесь можно приготовить идеальные кулинарные решения, не такие, как не обязательно, как мясо, как в духовке. Вы можете приготовить, например, здесь и пирог. Ух ты! Мне нравится то, что здесь вы можете приготовить и овощи, то есть полноценное кулинарное решение. И все это в одной сковородке. Мне нравится то, что здесь и качественное антипригарное покрытие на основе природных материалов. Здесь вода, песок и минеральные добавки. Мне нравится, насколько здесь удобный замок. Супер. Давайте посмотрим. Удобная ручка из бакелита абсолютно не нагревается, а значит, вам не нужны прихватки. Здесь дополнительно сделан очень хороший магнит, который позволяет вам зафиксировать, и здесь силиконовая вставка позволяет не испачкать еще раз столешницу, не выхолаживается. Это радость и счастье. Давайте посмотрим на результат. Слушай, ну а результат, боже мой, как в ресторане. Знаешь, я обожаю шашлычки. Я уже жду 8 марта и жду гостей, но на самом деле не у всех есть дачи. И вот сегодня двойная сковорода-гриль, она помогает нам готовить. Посмотрите, какие сочные, вкусные, красивые блюда. Это действительно идеальное решение. Ты смотри, рыба, да, пирог. Абсолютно, да, любые кулинарные мяско. Решения. Очень красивые блюда-грили. Причем, действительно, мы готовим, как в ресторане, быстро. Совершенно верно. Прежде всего, это, конечно же, конструкция. Вы посмотрите. Во-первых, начнем с того. Смотрите, какая идеальная корочка. Очень прожарена со всех. А теперь посмотрите. Весь сок остается. Я даже, смотрите, разламываю это легко ножом. Насколько качественно готовит наша сковородка. Кстати, мне нравится то, что эта сковородка еще и легко ухаживается. Класс! Все удобно. На самом деле, она действительно идеальна. И идеально сегодня цена. 1499 рублей сегодня цена за двойную сковороду-гриль. То есть смотрите, это сковорода-гриль, раз. Это духовой шкаф, два. И это двухсторонняя сковорода, которая действительно очень легко и красиво впишется в вашу кухню. Мне нравится то, что она удобна. Представляете, благодаря ей вы будете готовить любые блюда. Но если вы сегодня хотите получить ее дешевле, за 999 рублей. А? Хотите? Так закажите сегодня совместно с набором посудом Мюнхен и получите дополнительную скидку 500 рублей и, внимание, бесплатную доставку. Набор посуды Мюнхен. Синий, фиолетовый, зеленые цвета, самые вкусные и, конечно, самое главное, успевать. Итак, Олеж, скажи мне, пожалуйста, тоже, да, вот каким образом именно эта сковородка, да, вот как эффект духового шкафа, прогревается с двух сторон? Хорошо. Я понять не могу. Давайте разбираться. Прежде всего, смотрите, какая удобная конструкция. Она сделана из двух частей. То есть, по сути, вы получаете целых две сковородки. Но здесь есть специальное соединение.
соединение, которое позволяет вам плотно зафиксировать эту сковородку. Угу. То есть, по сути, вы когда жарите, например, блюдо, у нас герметично остается вся температура. Так. Кроме того, эта сковородка позволяет вам легко помешивать. Вау. То есть, по сути, вы не приподнимаете и не помешиваете. Угу. Это очень удобно. И прожарка идет одновременно с двух сковородок. Скажи, ну вот мы проговорили только что, что она прогревается, а не переливается ли она? Не выливается? Не переливается абсолютно. Она здесь герметично имеет силиконовую вот такую вот ставку. Угу. Я о ней готов специально поговорить. Силиконовая ставка позволяет плотно прилегает к настоящему литому алюминию, а значит ничего не вхолаживается и не разливается. Но мы решили провести тест прямо в прямом эфире. Давай, я обожаю. Покажем на герметичности. Друзья мои, мы подготовили обыкновенную прекрасную сковородку, которая есть у многих, и смотрите, что делаем. Когда мы выкладываем, например, овощи, то у нас идет разбрызгивание. Это попадает, естественно, на столешницу. Жиры, если вы посмотрите, то у нас бумага становится абсолютно жирная. Это не очень удобно. Угу. В чем преимущество нашей сковородки? Рассказываю. Прежде всего, то, что она герметична. Так. А значит, если вы хотите помешать, то вы берете и помешиваете вот таким вот образом. Угу. Смотрите. И причем, Олеж, посмотри, мы видим, что ничего не проливается. Ты мне единственное скажи, а вот такая форма, именно прямоугольная форма для комфора, для круглых, это удобно? Это удобно, потому что наша прекрасная сковорода сделана именно из литого алюминия, так. И здесь еще дополнительно сделано спиральное дно. Неважно, как вы будете сдвигать эту сковородку, она прожариваться будет со всех сторон. Что с одной, что с другой стороны. Это очень удобно. Ну, давай посмотрим на сам результат и покажем нашим телезрителям. Ой, как вкусно! Посмотрите, как все пропекается. Блюда на гриле, как на мангале. На вашей даче, боже мой, за это не жалко отдать 1499 рублей. Причем я уверена, такой стейк в ресторане мог бы стоить 2000 рублей. А у нас сегодня не один стейк, а возможность готовить действительно годами сегодня по такой цене. 1499 рублей. Одна цена сегодня и один день. Три цвета. Красный, черный, фиолетовый. У нас очень мало времени, Олеж. Поэтому, конечно, сразу хочу сказать, все выбирают по две сковородки сегодня. И, внимание, если вы хотите скидку в 500 рублей, дозвонитесь и закажите сегодня с набором посуды Мюнхен. И получите дополнительную скидку и бесплатную доставку. Тест-контроль от Елены Мироненко. Прожаренная рыба, сейчас мы расскажем. Это самое вкусное. Выбирайте только сегодня.